Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Владимир. Я преподаватель кундалини-йоги сертифицированный. И в один из моментов моей жизни, так сказать, мне попалась книга вот такая замечательная Татьяны Николаевны Микушиной о йоге и медитации. И для меня очень много что открылось в понятии йоги, потому что здесь приведены такие тонкости, которые для практикующих играют ключевую роль. Да? Не только для практикующих, но и вообще для людей, которые изучают вопросы сознания. Татьяна Николаевна поднимает в этой книге такие вопросы, как два пути развития сознания. Да? Это путь выступления и путь возврата. Это очень интересная информация, которая просто для меня была как эффект некой бомбы, да, такой информационной, потому что у меня сложился пазл вообще понимания, то, что такое йога, для чего йога, почему для кого-то йога будет благом, а для кого-то это будет смерти подобно. Поэтому я предлагаю всем, кто интересуется вопросами йоги и медитации, в обязательном порядке прочитать эту книгу. Она не проста для понимания, но это кладезь информации.